Всем ночной привет нашим дорогим подписчикам и тех, кто нас смотрит. Смотрите, сегодня мы рассмотрим интереснейший светильник, который работает на литий-ионных батареях. Значит, вот мы его разобрали. Значит, вот такой у нас уникальный светильник. Вот. Я специально вначале его вам не показывал, чтобы вы удивились. Вот такой шикарный светильник. Люксел фирма. 40 ватт. 2000 люменов. Значит, что мы имеем внутри? Внутри мы имеем аккумулятор 18650. Это я уже свой поставил. И плату драйвер управления этими светодиодами. Значит, здесь они крутятся во всех направлениях. Вот. То есть он переключается, крутится и влево, и вправо, и куда хотите. Вот сейчас я вам покажу. И этот прекрасный фонарь имеет еще и прекрасную солнечную панель. Размер солнечной панели, чтобы вы представляли, я вам сейчас покажу. Вот у нас коробок спичек. Видите, да? Так, но вопрос не в этом. Смотрите, значит, этот фонарь Люксер имеет, его можно чуть-чуть подредактировать для дома, потому что для квартиры он очень ярко светит. Сейчас вам покажу, значит, у него ток потребления в режиме, когда он светит на полную, 360 миллиампер, а когда в режиме ожидания 80 миллиампер. Это очень много, сейчас я вам покажу. Как бы для улицы это нормально. Вот смотрите, как он светит. Вот у него это режим свечения. Вот то есть у него три режима свечения. Вот. И у него очень яркий свет. Поэтому вот здесь на плате, на драйвере, есть только ограничительные резисторы. Вот сама микросхема драйвера. А тут, где идет на эти два вывода, идут на непосредственно на светодиоды, на плате стоит только ограничительный резистор 100 Ом. Просто увеличивайте его процентов на 30, яркость свечения уменьшится. Такой прекрасный светодиодный светильник. Вот. Значит, это у нас Люксер SS W09C. Вот. Так что доработка состоит в простых вещах. Убирается этот поганый аккумулятор, который там стоял. И на его место, видите, здесь как раз есть сменный аккумулятор, ставите нормально. И вторая доработка, выводите два провода, чтобы заряжать его от iMax B6. Вот. Всем спасибо. Будут отзывы, пишите, ставьте лайки.